Я снимаю на... Вот это прикол! Всем привет! На связи The Jackson Gamer, а это значит что? А это значит то, что New Replicant новая серия выходит. Но небольшое предисловие для тех, кому интересно, хотя кому может быть интересно. Кому не интересно, промотайте по тайм-коду на экране, я думаю, оставлю. Почему не было так долго роликов? Объяснюсь. Да, я думаю, стоит объясниться. Месяц у меня, скажем так, был сломан ПК. И этот месяц я копил на его ремонт. Да. А почему после не выходило? Ну, потом вышел Battle Pass в Радуге. А записывать-то мне как бы нечего там, как одиночке. Поэтому вот как-то так и получилось, что пришлось ждать аж почти 2 месяца, получается. Даже не почти, наверное, 2 месяца. Но я теперь возвращаюсь, а значит и новая серия по New Replicant. Естественно, очевидно, русского языка еще не занесли мододелы. Ждать его еще очень и очень долго, но пройти, тем не менее, я хочу. Я не проходил New Replicant. Не на запись. Поэтому я ждал этого момента очень долго, потому как я все-таки игру предзаказывал, я ее ждал. В общем, продолжаем. Я даже забыл, на чем мы остановились. Я прям забыл. Что это? Ну, давайте посмотрим по карте. Я так понимаю, нужно... А, нет, стоп. Вот какой-то значок. А, это значок сохранения. Я уже все успел забыть, поэтому... Да, кстати, также к слову, я немножечко подтянул свой английский. Не то чтобы я теперь все знаю, а еще начал изучать японский. В общем, да, за этот месяц прошел продуктивно для меня. Как это скажется на моих переводах, я не знаю, честно говоря. Посмотрим, может, я опять тупить буду. Сейчас нужно посетить... Погоди, а разве мы не посещали? А, нет, погоди, а куда нам нужно? Нет, нам нужны к Пополе снова. Ну, привет, ну, здравствуй, давно не виделись. Мы с тобой, по-моему, разговаривали, я же сохранялся. Привет, Попола, нужно с чем-нибудь помочь? У меня есть кое-что, но я не знаю. Это я не знаю. Я уверен, я смогу помочь с этим. Да, я тупой. Хорошо, ты знаешь маленький деревянный мостик? Правильно, да? На... Да. Да. Конечно. У нас есть команда, которая работает над этим, но они были атакованы тенями. Подожди, реально? Но ведь сейчас так солнечно. Да, я знаю. Да. Один из рабочих, короче, был тяжело ранен, серьезно ранен. Но он не смог... Да. Я просто супер-переводчик, конечно. Хорошо, я, короче, пойду помогу ему. Это может быть действительно опасно. Я буду в порядке, Попола. Я тренируюсь каждый день. Я становлюсь сильнее деревни.
Да. That's a bit disconcerting. Anyway, are you sure you want to take this job? В любом случае, ты уверен, что ты хочешь взяться за эту работу? Yep, I got this. Ага, я сделаю это. Ну, конечно, скажем так, New Replicant не самая лучшая игра для проверки моих знаний английского. Уж слишком... Слишком умные слова используются здесь. Ну что ж, побежали, значит, до мостика. Я помню мостик, как выглядит. Я пытался в прошлой, вроде бы, серии пересечь его. Давай, ускоряйся. Овечки. Мне вас в прошлой серии пришлось покромсать немножечко. Простите, пожалуйста. Но я смотрю, у вас тут больше стало похоже, кстати говоря. О, привет. Ой, я забыл, что уворачиваться нужно. А как уворачиваться, я забыл. Я забыл, как уворачиваться. Все уже. Control? Нет, Control это... Ё-моё. Я ж так умру. Ты там не восстанавливаешь случаем ХП, а то ты так убежал. Окей, это все. Это все. Мы должны будем побеспокоиться о тенях. Что-то там, да. Конечно, прохождение от меня. Это просто что-то. Это мне теперь, типа, нужно к Пополе вернуться и сообщить, что я справился с тенями. Честно говоря, насколько я помню, в Нюр Автомата там первые задания были прям сразу же с экшена начинались, а тут как-то... Ну ладно, еще все впереди, еще только третья серия. Привет, Попола, я вернулся. Там было всего три тени, поэтому это было несложно. Да, я вернулся. Привет, Попола. Все, со всеми все в порядке? Ты ранен? Я в порядке. Вообще, на самом деле, нет, мне пол ХП снесли. Ох, слава богу. Я так волновалась. Попола, посмотри на меня. Я в порядке. Только мне пол ХП снесли. Я знаю, это просто... Я просто... О, здесь. Немножечко денег для тебя, я так понимаю. Вау, спасибо. Купи что-нибудь интересненькое для Йоны. Что-нибудь, короче, купи. Опять для Йоны. Поговори с Йоной. Она собиралась куда-то после полуночи. Что? Она должна оставаться дома? Я думаю, это в порядке. Она просто спросила меня насчет этого. О чем? Она спросила меня о мире за воротами, короче, грубо говоря, да? Ты имеешь в виду снаружи деревни? Конечно. Она видела существование, что-то там, очень красивых вещей, что... Да. Не беспокойся. Спасибо. Но она очень волновалась за тебя. Так что тебе лучше быть сейчас дома. Поспешить домой. Да, я поспешу. Спасибо большое. Спасибо большое. Вообще-то там было спасибо снова. Ну да ладно, в принципе. Какой переводчик, такое прохождение получается. Ой, забываю, что это не ускорение. Ё-моё. В
какой-то игре уже было ускорение на левую кнопку мыши, на правую, то есть. Потому я не могу привыкнуть, честно говоря. А, Genshin Impact. Да. Я ее не на запись прохожу. Йона? Йона? Куда она делась? Куда она ушла? Может быть, она осталась в библиотеке? Сомневаюсь, я сомневаюсь. Не просто так она спрашивала про то, что что-то, что же там находится за деревней. Ой, а я, кажется, по-моему, говорил в самой первой серии, что Йона еще... Извини, с тобой некогда разговаривать, мы тут прохождение устраиваем. Я еще с самой первой серии говорил, что Йона нам еще проблем доставит. Своим исчезновением там или еще чем-нибудь. И, пожалуйста, оставайся дома сегодня. Окей. Слушай, ну я тебе вообще, Йона, не верю. Что с самого начала игры ты нифига не послушала? Что в библиотеке я тебя заметил? Она любопытная слишком. Йоны нет. Не похоже, что она здесь. Мне лучше спросить у Пополы. Ты ж только что у нее был. Она тебе сказала, что она спрашивала про то, что находится за деревней. Думаешь, она ей сообщала, куда она пошла? Эй, привет, Попола. Я не могу найти Йону. Правда? У тебя есть идея, где она может быть? Она остановилась раньше сегодня. Но... Она сказала что-нибудь? Она просто спросила... Если я знала бы, куда... Где растет лунный цветок? Она такая милая. Я ей сказала, как... А почему Йона спросила о лунном цветке? Буду его так называть, потому что я тупой. О боже, что не так? Вчера я рассказал ей историю насчет лунного цветка, который может сделать нас богатыми. Ох. Мы говорили о том, что можно за эти деньги купить 7 лекарства и сделать ей лучше. Ты не думаешь, что она... Я именно это и думаю. Мне нужно идти искать ее. Какой самый короткий путь до Lost Shrine? Через Eastern Gate. Через Северные Ворота, да, если я правильно помню? Понял, спасибо. Ну... Как бы я говорил. Да я уже бегу. А, так, погоди, это в другое место бежать нужно. А-а-а, это в другое место. Мы сейчас увидим новую локацию, получается. Так, это нам сейчас нужно вот к этим воротам идти, да? Да. Ну, Йона, ты, конечно, даешь. Что это? Давай скажи, Йона что-то оставила, да? Что-то, короче, от Йоны осталось, да? Я не верю в это. Она правда отправилась в Lost Shrine. Локации маловатенькие, конечно. Для прогружения. Прогрузки.
Посмотри на этот раскол среди камней. Здесь нет шансов пройти Йоне. Может быть, она пошла искать другой путь. Нашла, вернее, другой путь. Ой-ой-ой, как FPS просел. Ну, красиво, красиво, да. Ничего не скажешь. Да, кстати, кто не в курсе, мы со второй серии начали проходить с саундтреком, потому что он без авторских прав. Ну, правда, если мне все-таки прилетят авторские права, то мы сразу же начнем проходить. А это разбивается? О, это разбивается, отлично. То мы сразу же начнем проходить без саундтрека. Хорошо, так, я правильно иду. Вроде как да. Ну, ускоряйся ты. Большое дерево. Сейчас нам нужно долго подниматься по этой лестнице, я так полагаю. Поэтому, скорее всего, на монтаже это пройдет очень быстро. К тому же, я знаю, что в Нюр лучше не пропускать ничего. Можно найти полезный лут. Поэтому увидимся, когда мы уже будем на месте. Вы используете бронзовый ключ. Она никогда не могла этого сделать. Опа, загадка. На самом деле, кстати, недолго прошло время. Или не загадка? Нет, не загадка. Я думал, придется перемещать эти кубы. А вот и экшен. Я вспомнил, как уклоняться. Только нужно, конечно, по сторонам смотреть еще. Так, все, я всех, нет, не всех. Еще мелкий остался. Теперь всех. Так, куда нам дальше? Снова в дверь. Допустим. Нет, здесь мы... Нет, здесь мы не были. Здесь мы не были. Сколько же дверей? А, ё-моё. Так, допустим, мы вышли на лестницу. Так, ключ. Нет, не ключ. Нашел одноручный меч. Нирвана. Нажмите 2, чтобы использовать оружие. Допустим. Mm-hmm.
Ну, честно говоря, такой себе. Пусть лучше останется этот меч. Давай, поднимайся быстрей. Так, этих я победил, я понял. У меня ХП мало совсем. Я... Не получается у меня уворачиваться что-то. Не успеваю я там их ловить. Так, нам не сюда. Допустим. Снова по дверям. Ну, пойдем. Так, у меня же есть чем подлечиться, да? Есть. Хотя я вот так чувствую, что... Не особо-то это и понадобится. Назад, назад, назад! А, да, можно ж на правую кнопку мыши вроде как уворачиваться. Или нет? Или нет? Что за лабиринты? Довольно странные лабиринты. О, лут. Ага. Просто так лут нигде бесплатный не бывает. Я его не убил. Я его еще не убил. Я за тобой вернусь. Не беспокойся. Все, до свидания. Вроде несложные противники, я столько хп теряю на них. Здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ого, я впервые умер. Неожиданно. Но мне восстановили все хп, я понял. Нифига ты быстрый, как ты успел меня ранить? Они быстро бьют. Для таких здоровых они быстро бьют. Допустим. Так, здесь мы уже помним эту ловушку. Потому мы на упреждение. Так, я так понимаю, если я подпрыгну и... В воздухе нажму правую кнопку мыши, то это типа глушающий удар. Ох, ну теперь. Так, хорошо, с этими мы почти разобрались. Все, до свидания. А теперь. Капец, он сразу же просто, как только появляется, уже бьет. А, все, понял. На шип. Я уже столько раз думал, что я пытаюсь уклоняться. Оказывается, все это время я не уклонялся. На шифт уклоняться. Все, я вспомнил. Так, все, я их убил. Дальше идем. Так, я чувствую, что нужно подлечиться все равно. У меня тем более 7 штук их. Все,
Столько хватит. Так, я вижу там лут. Нельзя. Ни в одной игре ни в коем случае пропускать лут. Так, отлично. Так, ну я так понимаю, я там не пройду все равно, да. Я там не пройду. Эта серия получается дольше, чем обычно. Выглядит так, будто бы эта дверь наружу. Как ты угадал? После прыжка нажмите на Space, чтобы... В общем, я ничего не... А, двойной прыжок там, блин, по названию было... Мне только что сообщили о двойном прыжке, и я про него забыл. Действительно. Зачем он мне? Ну ты ускоришься, нет? Ну что ж. Я вижу там сохранение, поэтому я... Если я сейчас не ошибся, то я предлагаю прямо сейчас сохраниться и продолжить уже в следующей серии. Да, там есть сохранение. Где там? До него еще добраться нужно. Что? Я могу двигать? Ага. То есть только сейчас. Так, допустим, а куда мне нужно... Мне нужно вот сюда наверх. Я могу попробовать найти что-нибудь, чтобы забраться туда. Да, я уже нашел, что нужно взять. Поэтому... Ну. А, удерживать, да. Так. Не-не-не, тихо, назад. Сюда. Теперь толкай вперед. Стой. Теперь на себя. Так. Ой, забывай про камеру. Давай. Нам нужно дойти до сохранения. Все, забираемся. Так. Возможно, нужно ближе подтащить. А ближе не могу я подтащить. Все. Ну так мне нужно куда, сюда или сюда. Похоже, мне нужно чуть-чуть. Да не-не-не-не, тащи назад. Вот сюда. А, вот, веревка, да? По веревке. А, это лестница была. Хорошо. Только не говори, что я не смогу сохраниться до того, как пройду это задание. Могу же сохраниться? Могу. Все. Потому мы... Сохраняемся на этом моменте и встретимся в следующей серии, получается. С вами был Суджаклан Геймер. Всем удачи, всем пока.